Сегодня на моих занятиях по живописи у Ирины Клементьевой мы были рады видеть уже не в первый раз Елизавету. Расскажите, пожалуйста, что вас опять привело к нам? Я много раз посещала занятия по живописи в разных студиях, разных мастер-классах. Пришла к вам, несколько раз посетила групповые мастер-классы и решила, что уровень надо повышать, и пришла к вам на индивидуальные мастер-классы, ни капельки не пожалела. Столько времени посвятили вы мне сегодня. Я рада, что у меня получилась такая картина. Безумно счастлива вообще, что вот даже не думала, что у меня так может получиться. Это все благодаря терпению преподавателя, благодаря умению, практике, преподавания. И как вот так вот у человека, который, ну, в принципе, я знакома с живописью не так давно, и получилась уже готовая картина. Я очень довольна, приду еще раз на индивидуальный мастер-класс. Также не буду забывать про групповые, потому что хочу привести сюда своих подружек, чтобы они тоже научились, приобщились живописи. Это очень здорово, это благотворно действует на общее состояние душевное и так очень наполняет жизненной энергией. Ой, спасибо вам большое, Елизавета. Ваши слова для нас очень важны. Нам очень приятно, что мы приносим вам радость. Я еще хотела дополнить, чем отличаются индивидуальные классы, мастер-классы группового. Сегодня мы использовали холст большего размера, 40 на 50. Приходите к нам еще, мы вас с радостью еще раз вместе напишем картину. Спасибо.